основатель Facebook Марк Цукерберг и Билл Гейтс, основатель Microsoft, хотят уже в ближайшие годы сделать так, чтобы каждый человек в мире получил доступ к интернету. Этот план был объявлен на форуме ООН в Нью-Йорке. Если говорить о всем человечестве, это означает, что интернет станет также доступен в Африке и там, где царит полная нищета. Подсчитано, что половина людей в мире не имеет в настоящее время доступа к интернету, что влияет на их образование. Не должно удивлять, что этот план озвучивает именно сам Марк Цукерберг. Если весь мир сможет свободно использовать интернет, владелец социальной сети Facebook непосредственно будет иметь больше пользователей. Тем более, что уже по подсчетам примерно 3 миллиарда людей по всему миру пользуются социальной сетью Facebook. Подключение всего человечества к сети является поистине достойной целью, не говоря уже о борьбе с бедностью. К сожалению, за этими благими намерениями скрывается нечто, о чем обычно не упоминается. Речь, конечно же, пойдет о массовой слежке за людьми. Через несколько лет это будет иметь место на всей планете. Да и с бедностью вряд ли удастся справиться с помощью интернета. Это точно. На сегодня все. Мира вам и процветания. Пока.